Всем привет, друзья! И сегодня у нас на обзоре сталинная пила Едон. Давайте посмотрим на нее. Какая она? В комплекте мы получаем саму пилу со шнуром. Также имеются в комплекте документики с годом гарантии. Две пилки по металлу и по дереву. И шестигранничек. Пила имеет обрезиненную рукоять, также упор обрезиненный. Пила выполнена в элегантном стиле. По мощности пила у нас 1 кВт 50 Вт. Глубина пила дерева 150 мм, металла 6 мм. Ну, это же в России мы живем. Можно и больше, смотря как умеешь. Сама пилка выполнена с регулировкой головы на 180 грамм, на 180 градусов. То есть, как удобно поставили. Несколько положений. Положений 6, наверное, у нее будет. Раз, два. Да, 3 в одну, 3 в другую. 6 положений. 5 получается, середина одна же. Регулировка оборотов клавишей. Быстрый зажим самой пилки. Давайте попробуем поставить. Повернули головку, пилочку раз утопили, все, она у нас встала. Пожужжим! Частота хода полотна составляет от 0 до 2500 ходов. Ну, это, как скажем, туда-сюда. Считается за один. Аналог такой же сабельный. Это есть у Макиты. Но цена, соответственно, чуть больше, чем в два раза. Там в 2,2 где-то раза она подороже будет. По сути, точно такая же. Ну, конечно, Макита качество, фамилия громкая. А это едончик простой, бюджетненький. Как утверждает производитель, в движке стоит 100% обмененная обмотка. Проверить мы это, конечно, не сможем. Инструмент новый, на продаже. Поэтому, увы, будем верить на слово. Также присутствует защита от перегрузки движка. Эффективное охлаждение движка. Ну, вообще, если визуально рассматривать инструмент, в руке сидит неплохо. То есть, прямо вообще вот. Как обычно выбирают инструмент? Надо прежде взять инструмент в руку. Инструмент должен быть продолжением руки, а не крюком каким-то, правда же? Так он выполнен. Все обрезиненное вот это место. Здесь вот ручка обрезинена. Ну, сидит в руке реально удобно. Пластик качественно выполнен. Также нет ни зазубрин никаких. То есть отливка такая хорошая. А то, знаете, берете, бывает, китайскую какую-нибудь хероборию, а ее даже держать, ну, неприятно руке, ощущение вообще отвращения. Ну, сразу не стоит такой инструмент брать. А этот сидит хорошо. По отзывам ничего не могу сказать. То есть продано их не так уж много, штуки две только. А недавненько у нас так появилось, но вот две продали, пока люди пилят. Так что пока народного мнения не могу сказать. Читать в интернете, но это бредятина. Хорошие отзывы пишут сами поставщики, производители. Плохие конкуренты. Это было всегда. Тут хорошо надо просто разбираться в этом. Если хочешь не нарваться на расхваленный инструмент, а он окажется мусоркой. Про год гарантии я уже вроде говорил. Год гарантии присутствует на это дело. Провод здесь не очень. Провод, сразу говорю, провод перемерзает на холоде, становится колом. Поэтому на морозе не отпилишь. А что нам на морозе пилить? Правильно, в мороз надо греться. А чтобы греться, надо посмотреть обзорчик на теплопушку Балу. Вот здесь сейчас вылезет подсказочка. Нажимай, переходи, смотри на пушечку. У нас в наличии также очень большой выбор самих полотен для сабельных, разных размеров, разной длины. Берут кости пилить, металл, дерево. По керамике даже как-то было это полотно.
А может и есть, надо посмотреть. Сабельная пила. Едон. Элегантность. И я знаю, именно ты еще не успел подписаться. Если подписан, ты красавчик. И если нет, подпишись. Поставь лайкос. Напиши комментарий, что бы ты еще хотел увидеть в обзоре. Мне твое мнение очень важно. Пока.